Добрый день! Сегодня мы опять катаемся на велосипедах. На улице очень жарко. Вы видите перед собой прекрасный памятник природы Сходнинский ковш. Находится под охраной государства. Мы стоим наверху, и вот такая высота, и вот такая панорама. Необычайно красивое место. Замечательное. Здорово, да? Птички поют. Вот такие места есть у нас на северо-западе. Недалеко от метро Сходнинское. Катаемся уже второй час. И мы попали, приехали к Москва-реке. В парк Северная Тушина. Здесь вот есть музей, подводная лодка. И там лодки есть. Здесь очень много велодорожек. Вид на реку и на ту сторону, на той стороне речной вокзал. Будем здесь кататься. Уже у самой воды. Сегодня вода тихая. Чайки летают. Вот там вот экскурсионная панорама подводных лодок и музей. Подъедем поближе, посмотрим. А потом по этой дорожке мы поедем вот вдоль набережной. Уток много. Здесь утка с маленькими утятками. Совсем крошки. Сколько утяток-то? Ой, много как. Малыши. Маленькие, пушистые комочки. Мама утка смотрит во все стороны. А селезни едят. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12 утяток. Я насчитала. Здесь пляж. Вон собака покупалась. Водолаз. Мокрая, примокрая все. Жарко ей было. Идет и с нее течет вода. Охладилась она в речке. Народу. Вот там вот наверху скамеечки. Можно полежать и полюбоваться на речной пейзаж. Люди отдыхают. Пятница. Корабль плывет. Тут девчонки тренируются. И вон катают речь-флот. Так что у нас здесь не просто отдыхает, но и танцует. Ладно, поедем дальше. Погода. Решили передохнуть. Я хочу к воде спуститься. Вон наши там велосипеды. Так. К самой воде. Ух, какие тут волны. Ух ты. Волны. А какие волны. Хорошо. Чайка летает. Под дерево пройти. Посмотреть. Что тут интересного? Как дерево в воде. Маленькая лужица, лодочка или катерок.
резвиться. Они тут сейчас такое вытворяли. Кружились. Ой, где-то здесь, видать, гнездо. Ага. Вон там вот в расщелине гнездо птицы. Они любят в расщелинах селиться. Это ветла старая. Сломалась, и там поселились птицы. Ой, там утка сидит. Вон. Ой, и утятки маленькие тоже. Утяточки. Что-то у этой утки всего 3 утенка. Мало. Высидела. Вода теплая или нет? Ну-ка. Ой, теплая вода-то. К мостику приехали. Где-то птички поют. Пойду-ка я посмотрю. Какой там родник. По мостику, по мостику. Вот они, ступеньки. Здорово здесь так тихо. Там вода. По мостику. Течет ли или высох родник? Раньше здесь вода текла. Ой, а теперь-то воды почему-то нету. Куда вода делась в этом году? Воды нет. Колодцы пересохли. Ой-ой-ой. Вот здесь когда-то была вода. Вот здесь только течет. Тихонько-тихонько. Из трубы. Здесь так прохладненько. Все исписали. А из этого не течет. Ручьи текут в Москва-реку. Иду назад по лесенке. Фотографировались около этого мостика. Поедем дальше. Хорошее местечко. Отдохнули. Ну, едь, а я за тобой. Здесь для детей площадка. Вон как качаются на качельках. Народу много. Сегодня пятница. Сейчас вон там еще карусель посмотрим. И поедем, наверное, уже в сторону дома. Скульптура крота. Тоже карусели. Там музыка. Карусели. Вот мы парк покинули. 5 июня какой-то будет беговой полумарафон традиционный. Не знаю. Нам еще до дома очень далеко ехать. Наверное, часов 9 приедем. А сейчас где-то 8. А там на горе Митина находится. Сейчас время уже 8 часов. Вот это тоже парк. Я здесь ни разу не была. Здесь раньше была усадьба. Как-нибудь надо будет сюда съездить. А нам сейчас вниз, через МКАД, там Новобратцево, и кверху будет наша митинг. Ой, я так устала, что уже не могу. Здесь такие маленькие коттеджи. Ладно, поехали. Здесь около МКАД вот такая церквушка стоит. Красивая. Дома как смотрится. И там церковь. О, там далеко-далеко. Новая на горе. Не знаю, какой-то кустарник. Ой, шмелей-то сколько. Ничего себе. Вон они опыляют. Где еще? Вон маленькие шмели.
интересно пахнут. Ой, вкусно пахнут. Такие вроде невзрачные. Кустарники. Здорово. А запах приятный. Солнышко садится. Солнышко. Здесь такой шум. От машин МКАД. Ну ладно. Поеду дальше. Мы стоим на мосту. Вот сколько машин. Много. И туда. А нам вниз. И солнышко заходит. Садится. Время уже 9 почти. Нас машина охраняет. Машин много, сегодня пятница. А красиво, да, смотрю, как с моста. Москва какая гудит, стоит, медленно-медленно вот едет. Приехали. Какая туча ползет. Наверное, будет гроза. Дождик-то, наверное, точно будет. Он двигается. Сейчас скажу, сколько километров мы сегодня проехали. Приехали в 9. Это из-за туч так потемнело. Сейчас пойду скажу, какое расстояние проехали. Проехали 40 километров. И сейчас я скажу, сколько мы потратили. 3 часа 29 минут. Но мы не спеша ехали. И пешком еще ходили 1 километр. 19 минут. Вот как мы сегодня по-ударному прокатились.